Нас. Как, я спрашиваю, вы вас не утомили, что нынче у вас два места тут? Не утомили, не утомили. И я набрался уже смелости и спрашиваю, да. Если на следующий год Бог благословит, то как? Обязательно. Уже знаете вы сюда дорогу, так что даже без спросу приезжайте. Вы знаете, как сюда залазить, открывать ворота. Да, милости нас нету, просим. Нас нету, заезжайте, становитесь. Мы появимся и... Ну, спаси Христос. Знаете, где располагаться, все. Нас это сильно подходило. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо. Все это мы очень довольны. Ну, мы уезжаем, все подметали, а все меньше и меньше и растаяло. Все, Игнатий Тихонович, спаси смотрите. Христос. И ребята, вот, я говорю, нас приняли. И Сергей, все, и Михаил. Очень рады, что вы к нам заехали. Брату благодарны, да, что он вот так отец, от вас направился. Да. Ну, вот только вот и мне сильно... Душа болит, вот что мы не смогли много с вами время уделить, понимаете? Все-таки съездили вы с нами, видите? Ну, съездил, да, вот эта техника. По 8 в гостях у них побывали. Ну да, побывали. И все-таки Алексей был, беседовали за столом, мы все-таки побывали вместе. Ну ладно, Игнатий Тихонович, давайте еще раз. Всего доброго. Спасибо, Христос. Милости просим. Любое время. Да, любое время. Приезжайте на следующий. Там переговоры наши идут. Там 970 роликов она стоит. А как их выделить, найти нужное там, да допустим? Да, они по группам разбиты. Написано там шахты, то, что касается будет, я буду смотреть. Будет написано, а благовестие 2013 год. А и все, да? Все. И да. Там они уже по подгруппам будут. Священник. Хорошо, успокойтесь. Ангела вам хранителя, братья. Помолитесь, чтобы Господь давал огонь, который он пришел неизвестной землю. Огонь любви к Богу, к ближнему, к добродетелю. Вот к этому я сам хочу, чтобы Господь дал огонь к Слову Богу, любить. Все.